Охайо! Сижу я тут такой, знаешь, ну, дела всякие делаю, я же по профессии делец. Дела делаю по-всякому. И сижу, в общем, перевожу рассказик. А где сохранился? А что, там сохранился, что ли? Погоди, сейчас. Я не понял, где сохранился. Да, я вышел отсюда. Да? Что, не могу ничего взять? А, во. Вот вышел оттуда я, значит, да, хорошо. Сейчас надо на единичку пересейвиться, я забыл. Сижу, перевожу рассказик один. Рассказик Рагнара Торнквиста, сценариста серии The Longest Journey и все такого. И так устал переводить, уже все пальцы по клавишам не попадают, и глаза по строчкам не попадают, скользят такие, проскальзывают, сползают куда-то неизвестно куда. Я подумал, мне срочно нужно что-то вот знакомое, такое расслабленное, там, желательно 95-го года выпуска, чтобы где зелененькое что-нибудь есть, где там какие-нибудь смеющиеся черепа громового могущества и все такое. Ну и, естественно, где есть возможность почитать следующую песню божественной комедии Данте Алигьери. Вот так вот я решил. Ничего? Нормально? Нормально. Я знал, что тебе понравится. На тебя всегда можно положиться в таких вопросах. А сейчас у нас песня 10. Ой. И вот идет тропинкою по краю меж стеной Кремля и местом мук. О, выш... А, ой, все, я уже и тут все путаю. Все, буквы... Че, какие буквы? Это алфавит? Подожди, альфабит? Что, азбука? Это из этих букв что делаем? Слова делаются? Ну ладно, попробую. Че, уже не вам... Уже все. Я уже готов к чему-нибудь смешному. Ладно. И вот идет тропинкою по краю между стеной Кремля и местом мук учитель мой, и я во след ступаю. О, высший ум из круга в горших круг! Так начал я послушного стремящий. Ответь и к просьбе снизойди как друг. Тех, кто положен здесь в земле горящий, нельзя ли увидеть? Плиты у могил откинуты и стражи нет хранящей. Все будут замкнуты, ответ мне был, когда вернется из Иосафата в той плоти вновь, какую он носил. Здесь кладбище для веривших когда-то, как Эпикур и все, кто вместе с ним, что души с плотью гибнут без возврата. Здесь ты найдешь ответ речам твоим и утоление помысла другого, который в сердце у тебя таим. И я, мой добрый вождь, иное слово я берегу в душе его, храня, чтоб заповедь твою блюсти сурово. Тосканец, ты, что городом огня идешь живой и скромен столь примерно, прошу тебя, побудь вблизи меня. Ты, судя по наречию, наверное, сын благородной родины моей, быть может, мной измученный чрезмерно. Нежданно грянул звук таких речей из некой могилы, оробела я к моему вождю прильнул тесней. И он мне, что ты смотришь так несмело? Взгляни, ты видишь, Фарината встал. Листайся давай. Вот, все от чресл и выше видно тело. Уже я взгляд в лицо ему вперял, а он, чего и грудь вздымая властно, казалось, ад с презрением озирал. Меня мой вождь продвинул безопасно среди огней, лизавших нам пяты, и так промолвил, говори с ним ясно. Когда я стал у поднятой плиты, в ногах могилы мертвой, глянув строго, спросил надменно, «Чей потомок ты?» Я, повинуясь, не укрыл ни слога, но в точности поведал обо всем. Тогда он брови изогнул немного, потом сказал, «То был враждебный дом мне, всем моим сокровным и клевретам. Он от меня два раза нес разгром. Хоть изгнаны, не медлил я ответом, они вернулись вновь со всех сторон, а вашим счастья нет в искусстве этом». Тут новый призрак в яме, где и он приподнял подбородок выше края. Казалось, он колено преклонен. Он посмотрел окрест, как бы желая увидеть, нет ли спутника со мной, но умерла надежда. И рыдая, он молвил, если в этот склеп слепой тебя привел твой величавый гений, где сын мой, почему он не с тобой? Я не своей волей в царстве теней, ответил я, и здесь мой вождь стоит.
а Гвидо ваш не чтил его творений. Его слова и казни самый вид мне явственно прочли, кого я встретил, и отзыв мой был ясен и открыт. Вдруг он вскочил, крича: «Как ты ответил? Он их не чтил? Его уж нет среди них?» Отрадный свет его очам не светил, и так как мой ответ на этот раз недолгое молчание предваряло, он рухнул навзничь и исчез из глаз. А тот гордец, чья речь меня призвала, стать около недвижен был и тих, и облик свой не изменил немало. То, продолжал он снова, что для них искусство это трудным остается, больнее мне, чем ложе моих мук. Но раньше, чем в полсотый раз зажжется, лик госпожи, чью волю здесь творят, ты сам поймешь, легко ли оно дается. Но в милый мир да обретешь возврат, поведай мне, зачем без снисхождения законы ваши всех моих клеймят? И я на это в память истребления, окрасившего Арбию в багрец. У нас во храме так творят моления. Вздохнув в сердцах, он молвил наконец: «Там был не только я, и в бой едва ли шел беспричинно хоть один боец. Зато я был один, когда решали Флоренцию стереть с лица земли, я спас ее, приподнятым забрали». «О, если б ваши внуки мир нашли», — ответил я, — «но разрешите путы, которые мой ум обволокли. Как я сужу, пред вами разомкнуты сокрытые в грядущем времена, а в настоящем взор ваш полон смуты». «Нам только даль отчетливо видна», — он отвечал, — «как дальнозорким людям, лишь эта ясность нам вождем дана. Что близится, что есть, мы этим трудим наш ум напрасно, по чужим вестям о вашем смертном бытии мы судим. Поэтому, как ты поймешь и сам, едва замкнется дверь времен грядущих, умрет все знание, свойственное нам. И я в скорбях, меня укором жгущих. Поведайте упавшему тому, что сын его еще среди живущих. Я лишь затем не отвечал ему, что размышлял сомнением объятый над тем, что ныне явственно уму. Уже меня окликнул мой вожатый. Я молвил духу, что я речь прерву. Но знать хочу, кто с ним в земле проклятый». И он: «Здесь больше тысячи во рву, и Фридрих II лег в яму эту, и кардинал лишь этих назову». Тут он исчез, и к древнему поэту я двинул шаг в тревоге от угроз, ища загадку темному ответу. Мы вдаль пошли, учитель произнес: «Чем ты смущен, я это сердцем чую». И я ему ответил на вопрос: «Храни, как слышал правду роковую, твоей судьбы мне повелел поэт». Потом он поднял перст: «Но знай другую. Когда ты вступишь в благодатный свет прекрасных глаз, все видящих правдиво, постигнешь путь твоих грядущих лет». Затем левей он взял неторопливо. И нас от стен повел пологий скат к середине круга, в сторону обрыва. Оттуда тяжкий доносился смрад. О, какая песня. О, какая. Так, сейчас надо закрыть. Так, хоп. Спасибо, господин планшет. Вы сослужили верную нам службу. Теперь я вас обратно положу. И сохранюсь. Ведь это сделать нужно. Хотя бы иногда. И поспешу опять вперед. Куда-нибудь, ну не знаю, куда мы вышли. Где мы сейчас вообще? Вот мы вышли отсюда. Сейчас, мне кажется, мы где-то будем здесь. Да? Тут. В лавовой фигне. О! А кто это тут у нас? Ну, какой-то двухголовый джентльмен. Справа он немного на Эйнштейна похож. Ну так, чуть-чуть. Ой, тут трехногие еще. Ой, как им неудобно-то. Ручки худенькие. Ну, пузо, ленивое пузо такое. Ну, здравствуйте. Обратись и уходи. Пошел нафиг. Я хочу пройти. Не хотят пускать. Don't call me Brilliant. Be not
Забавные ребята. А у нас как раз есть вот эти скараки, которые на скорпионов похожи. О, неплохо. Да, мне не нужно было их всех собирать, видимо, нужен был только один, и это был Дункан Маклауд, ладно. Ой, я опять не туда сохраняюсь, а вдруг у меня плохо запишется? Ну ладно. Вроде всегда нормально все было, да? Да, мы, видимо, вот здесь прошли, сейчас пойдем куда-нибудь сюда? Нет. Нет, погоди. Или да? Ой, да куда придем, туда придем. Чё я? Сейчас увидим. Опа, на горочку такой, оп. Так, тут только назад. Да, поэтому только вперед. Здесь тоже только... А, нет, вот она. Да, это же Gorge Keep. Крепость. А это у нас Железный Титан. Так, погодите. Мы пришли, значит, в такое место, где можно пойти... Ну, назад-то понятно. Я туда хочу сначала. Да? Нет? Куда я хочу? Вот ты куда хочешь? Давай, давай, подумаем. Подумаем. Не решим, а подумаем сначала. Мне еще кажется, я не был здесь. Поэтому я предлагаю пойти сейчас сюда. Возможно, отсюда можно будет спуститься как-то так вот и вот тут вот побывать, вот в этих местах. Через вот здесь, через вот так. Ну и туда он как-нибудь. А потом уже, конечно, тут явно уже эндгейм. Титаны какие-то, руки, вот эта вот злая цитадель сама. Огненная гора, и вот. О, божественный свет дантовский. Короче, туда сначала. Он возвышается. У-у-у, какой. Титанический титан. Титаниум. Как вот эти. Как вот это вот. Вот. У бабушек в квартирах вот есть такие титаны, помнишь? Такие здоровенные, такие черные штуки в ванных комнатах. Ну, красиво, красиво, конечно. Ух, куда вошли? Ух, куда вошли? Оглядеться. Сперва оглядеться. Это Gorge Keep, все ясно. И тут уже за дверью какие-то монстры ожидают. Какие-то чудовища. Так тут как-то надо отворить ворота. Я не вижу как, кстати. Кстати, я не вижу как. И не бьется. Ты видишь что-нибудь, что нажать можно? Я не вижу. Ну, это я. Я вообще как бы... невниматель, как известно. Ну что, ну нет. Ладно, не сюда. Все понятно. А может тут что? Ну, хотя... вряд ли, да. Пойдем тогда к Титану. Что делать? Хоть музыку клевую послушали. Ну тут снова надо сохраниться, потому что путь никуда не вел. Как тут живописно-то все, а? Ну давайте. О,
Ой, камни опять. Опять камни. Не, ну ты глянь, опять камни. Так, где у меня лежат камни? Сейчас будем укладывать опять все. Какой у меня главный каменный мешок? Так, в этом 10, с этим все понятно. А в этом 10, в этом все понятно. А в этом 10, в этом все понятно. Значит, мы возьмем его вот так. В рученцию, точнее, в сундученцию. Вон, что-то толкать надо будет, я уже вижу, куда толкать. Но погодите, сперва хочу я оглядеться. Ой, какая тут карта может быть неудобная, ну хотя мне показалось, скорее всего. Ой, понаиграемся с камушками опять, чувствую. На всю жизнь потом хватит этих каменных пузлов. Что это? Матерь моя, подожди. Что мы делаем в таких случаях? Мы открываем manual. Так, где это говно? Давай, Microsoft Edge. Браузер, рекомендуемый Microsoft. Рекомендуемый для чего? Бы то ни было, но я его использую для открытия мануалов. Ой, пока не подводит эта скотина. Так, вот, я уже на страничке с этими всякими созданиями. Ну, кстати, не помню, чтобы через такое листался. Это у нас кто может быть? Кто у нас это может быть? Любопытно. Хороший такой вопрос, слушай. Что я не понимаю, кто это. А, о, нашел. Арацинфант. Как и многие другие существа, арацинфанты были созданы ужасающим могуществом темного шлака, сочетая в себе черты самых младших из жертв войны со смертоносными пауками. Арацинфанты, это как бы арахниды и инфанты, понятно, часто посылаются вперед, как авангард в боях в подземельях, чтобы внушить страх в добрые силы мира Шторма. С их улучшенным чувством запахов эти ползающие по потолку чудовища ищут свою жертву и атакуют ее языком, который у них подобен хлысту. Их... Что такое? Их ноющий плач известен тем, что выводит из себя даже самых закаленных в боях приключенцев. В бою арбалеты и копья могут помочь удерживать их язычки на безопасной дистанции. Но кому нужны арбалеты и копья, когда есть хороший молниевый череп? Ну, собственно, по виду понятно, что это как бы инфант плюс арахнид. Так, как на тебя навести, чтобы здоровые? Они слабенькие. Ничтожные. Вот это анимация смерти. Вот это круто. Вот это его... Вот это его, да... Что это? Что это? Погоди, это яма, что ли? Ну вас нафиг.
Я пока в ямы. Не-не-не. Не-не-не-не. Устами младенца глаголит яма, как известно. Подождите. Пока не толкаем ничего никуда. Пока только оглядываемся. Вот, видимо, этот господин главнокомандующий. Интересно. Голова и плечи чьи-то. Что за места пошли странные? Ну, здравствуйте. Его тут, значит, увеличивают и уменьшают, чтобы пройти или закрыть проход. Ну, судьба у него, конечно. А как тебя скукожить-то? How did they do it? The shrinking of two ways I can remember. Both were simple means to dispel the magic. They used either a rod of magic immersion or a cube of magic immersion. Knowing how they did this after that, I'll see what I can do. Понятно, мне нужен, значит, посох или куб. А у меня нет ни посоха, ни куб. Кто-то тут клокочет. Кто-то тут трещит. Ой, я вижу, кто трещит. Он был здесь. Паук-инфант. Паук-ребенок. Паубенок. Паучонок. Ой, еще один. Мошки, не летайте пока что. Я тут дело делаю. Вот так. Отступить и сохраниться. Это то, что делаем мы. О, еще один господин. Ну, этого я так. Вот тут вот так вот выемка есть. Для чего она? Что? Что-то летать будет, что ли? Вот я нажму на эту штуку, и что-то залетает здесь, да? А, нет, тут просто откроется дверца. Понятно, понятно. Но я пока хочу по часовой продолжить свой обход. Яма. Ну нет. Вот. О! Алтари. Которыми я не пользуюсь. Здорово. Ну, хорошо знать, что они здесь есть, потому что я могу захотеть ими воспользоваться. Кстати, что у нас по весу? Всего-то в 5,5 раз перевес. Ничего. Можно сдюжить такое. Как дюжев. А что у нас? О, сундук. Сундукт. О, лечение отравлений. Понятно. А это что такое? Эликсир героической ярости. Зелье.
А, Rage Foreign Hero, да. Это заклинание такое. Я не помню, что оно делает. А, о, кстати. Я сейчас полистаю мануал и вспомню, что оно делает. Это заклинание временно увеличивает мои боевые способности. Понятно, фигня всякая. Мошка. А тут у нас что? А тут у нас вот такая фигня, не используя. А тут у нас, значит, господин тупик. С кучей портретов. Как он любит себя, а? Стоп, а сюда как? Ты видишь, что сюда можно? Же. А как? А как? А вот, не знаю. Может, тут кнопки какие на стенах? Я не разглядел. Близлежащих я далеко не пойду, конечно же. Потому что если будет нужно, я вернусь все равно. Так или иначе. Ой, а тут много кнопочек, да, надо будет нажимать. Сейчас мы сначала перед этим все тут исследуем. Каждый сантим. О! Камни я люблю. Ну, как сказать. Это когда тебе приходится с чем-то иметь дело, что тебе не нравится, ты рано или поздно начинаешь себе говорить, что это любишь. И в итоге так и оказывается. Ямы, значит, да? Тут ямы еще повсюду. Вот я не... Загадка для меня. Так, этот на месте. О, гляди, что получилось. Тут получился какой-то портал Геннадьевич. Сейчас я буду, короче, сразу их всегда проверять. И, наверное, не стоило этого делать. Потому что я сейчас не знаю, как вернуться. Возможно, через этот же портал. Где он, кстати? Ну-ка, вот сейчас шагну, да? Шагну. Да, да, да. Это работает именно так. Так что я, наверное... Вот есть у меня подозрение, что вот эти камни, да, вот большие валуны, ну, такие квадратные, кубические... Они могут поочередно становясь на... Точнее, кнопки. Каждая кнопка отвечает за какой-то отдельный портал. А вот все вместе они могут не работать или что-нибудь типа такого. И надо будет там как-то это регулировать. Ой. Вот для этого мне камни, да, сейчас нужны? А вот такой можно кинуть? Потому что если такой можно, я лучше такой. Если на это нужно больше трех, то проще взять уже нормально что-нибудь. Давай. Оп, нет. Ха. Оп, нет. Ха. Оп. О. Так, запомнили. Что это сделало? Абсолютно непонятно. То есть настолько, что вообще не понимаю. И нужно ли было это делать, тоже не до конца ясно. Поэтому это будет сейва номер 4. Сейва экспериментаторская. Так, сейчас я опять буду по часовой толкать камни. Кстати, мне любопытно, что... Вот этот камень, да? А если я его оттолкну? Будет ли там что-нибудь под ним? Нет, он не нужен, он закрывает теперь проход. Ничего, я его сломаю. Полностью, естественно. Так, тут появился новенький у нас. Новенький портальчик. И он... Блин, вот этот мешается. Этот можно уже, наверное, убрать, да? О! А это, оказывается, не мешается. Это не тот. Так, и здесь я оказался в похожем положении, судя по всему. Да, с обратной стороны. Сейчас мы извлечем еще 3 камня. Или маленьких накидать попробую. Да, если можно маленьких, я бы маленьких. И за ними уже не вернусь. Говнины эти камешки. О! Сколько положил? Неважно, не запомнил.
Все равно в следующий раз, если буду делать так же, опять придется делать по одному. Хорошо, я надеюсь, это нужно было зачем-то. Ну, типа там... О! Ха. Дурачок. Стрекочет там, видишь ли. Видишь ли. Так, тут ничего не открылось. А тут яма заделалась. Вот. Отлично. Я сломаю его. Он не нужен. Он мешается. Вот так вот. Ненависть. Уничтожить камень. И этот тоже. Встал у меня на пути. У меня. Самого зеленого. Я же... Вот ты, камень, должен ко мне обращаться. Ваше зеленшество. Ваше зеленейшество. А ты... Вот смотри, яма заделалась. Все, идем. О, а тут стрекотун. Сейчас ему прилетит молотом. Да? Где он? Эй. Что я сделал? Портал? Нет. Понятно. Вот сюда можно. Но я пока туда не хочу. Я запомню это место. Закрою его, чтобы никто не вылез. А вернусь потом. Кстати, когда он вытягивает язык, язык реально вытягивается. Не просто картинка. Потому что на язык, когда наводится мой курсор, он показывает хитпоинты их. То есть это физический объект, действительно. Но тут будет замкнутое пространство, поэтому, возможно, имеет смысл сходить туда сразу. После битвы, естественно. После чудовищной бойни. Отравлен, так и думал. Вот складские языка... Языка... Суи. Языка... Простиратели. Язычники. Понятно, стоит все-таки молнию выдавать одну. Превентивную. Травил такой, блин. А я что? Ходи с отравой, что ли? Ну нет. Я когда хочу отравиться, я сам это делаю. Мне не нужно помогать. Ой, сколько тут всего открывается? Что это за место ужасное? Не хочу, чтобы столько открывалось уже вообще. Только я думаю, что... О, вот там замкнутое пространство. Сейчас я там все разведаю. Все-все-все разведаю и вернусь. А тут на тебе. Пространство настолько же замкнутым оказывается, как чресло блудницы. Ну ладно, сейчас-то сюда точно можно сходить вообще. Без фигни всякой. Иди сюда, малютка. Малютка-паучок. О, ваншот. Я на это надеялся. Потому что отступать тут неудобно. Видишь, отступлю такой, хоп, а все заперто. Не. Есть еще кто? Нет. Слава богам. Слава силам. Если выражаться планарным сленгом. Ну там, собственно, ничего особого и не было в этой комнатушке. А вот сюда как, погоди. А вот... Ох уж эти... Полные тайны места. Куда ни ступи, секретку какую-то попадешь. А может там была тайная стена? Не заметил, нет? Я вот не заметил. Но это я. Я уже много тут чего не замечал, как оказалось. Как в итоге выясняется, я много чего не замечал. Стрекотун. О! Стрыкало пришел. Стрыкчет тут. Опа! Nice.
Ну что ты? Попади уже. Он же инфант. Попади. Он же как ребенок, как конфетку отнять. Как жизнь у ребенка отнять. Так это что делает? Восстанавливает 3.30, понятно. Не нужно. Что еще есть? О, вот это пополезнее. Спасибо. О, еще. Любители молнии. Детишки-любители шоу. Смотри, какое лазерное шоу. Там череп летит, там хихикает. Как в цирке. Че это? Голова. А, куб! Куб! Куб магической иммерсии. Where lies the first cube? In use the second comes. Where lies the first cube? In use the second comes. Где лежит первый куб? Полезным становится второй, второе что-то. В использовании его что-то второе приходит. Ладно. Эти загадки мы пока оставим. Мы не любим загадывать загадок. Как пел один человек. Да. Чё я тут нажимаю вообще-то? Чё-то даёт, нет? Это вообще уже ничего не даёт, по-моему. Что мы имеем здесь? Неплохо. Ничего. Так, Иванович. Сейчас вернемся назад, значит. Чего нажимаю вообще? Непонятно. Уж камень сюда водрузить надо. Да нет, я не думаю, что это такая плита. Хотя как тут можно что-то думать? Тут как-то все вечно меняются правила игры. Вечно что-то новенькое подкидывается. И это. Вяче любопытно. Так, сейчас у меня есть куб. Я схожу к этому мужчине. Благородному. Ну-ка, если я тебя окублю. Нет, понятно. Не так это работает, значит. Не так это работает, значит, понятно. Что у нас? Так, надо новый двинуть. Новый камнекуб. А как, погоди. А, во. Так, вот, новый портальчик. Какой из них? Стоп, вот этот, одиночный. Да, это абсолютно такое же место. Давай, доставай свои камни. Девять, да? Стоп. А я же могу их потом забирать, да, кажется? Ну смотри, сейчас я это... Судя по всему, мне кажется, другая яма ушла. Да, другая яма ушла. Я могу забрать это? Нет, не могу. Ой. Слава богу. Я и так уже не хочу эти камни с собой таскать. Сколько у меня, кстати, освободилось веса? Ну ничего так. 70 кг. Похудел. Сбросил столько, сколько я сам настоящий не вижу. Вообще, вот это шок. Ты ненужный камень, я тебя уничтожу. Камень ненужности. Воплощение никчемности.
У меня есть травичка, если что, покушать есть. Ты так подумал? Колдую тут, колдую. Колдуй, баба, колдуй, дед. А колдовать-то станет нечем однажды. Так. Ха. Чё-то сделал. Чё-то сотворил. А чё случилось? Непонятно. Сейчас мы узнаем, наверное, когда нажмем на последний, четвертый портальный плейт. Ну, мне так кажется. А если мне так кажется, то есть некоторая вероятность, что значит так и есть. Да, вот он, последний портал. Сейчас я в него шагну, это он. Я оказался там, где и думал, и оставлю здесь последние камни в последнюю осень. Ровно, ты прикинь. Вот это, конечно, шок будет, если игра действительно рассчитывала, что я соберу все эти маленькие камушки, их здесь ровно хватит на все нужные вещи. Ну, это, по-моему, уже перебор, это уже просто какие-то такие совпадения моего подхода и геймдизайнерских моментов, которые, ну, никак не сочесть. Так, сейчас, куда идти? Куда идти? Я схожу еще раз к господину. Съешься. Ну, не знаю. Так, что ли, как-то это используется? Может быть, так, кстати, да? О, да. Какой он смешной стал. О, и куб исчез навсегда. Исчезаю навсегда. Все вообще. Оп, наступил на дядьку. Дядя Лужа. Я буду называть его дядя Лужа. Ну, здрасте, пожалуйста. Чё камни не толкал? От этого устает, кстати, персонажик-то. Мое любимое начинается. Все. Е-бой. Опс. Вот это я, конечно, дал. Кто ж знал-то, да? Надо было разведать. Я разведал. Разведка боем. Фейс-чек такой. Колонна блокирует мой путь. Ой, сейчас вылезут же эти скоты. Скотобазы. А, нет, тоже колонна блокирует мой путь. Но я уже готов, короче, на молнию нажимать. Вообще, во всей готовности. Нет никого более готового, чем я. Кто готов? Это я. Это мое второе имя. Край готов. Оно звучит так. Опа! Попался, малыш. Иди к папочке. Who's your daddy? А теперь сюда давай. Давай немножко погуляем. Давай. А чё боишься-то? Я не сделаю тебе больно. Ну хотя по его анимации смерти я скорее полагаю, что ему больно. Ему больнее, чем вообще многим, кого я здесь уже приходовал своим молотом. Папочкиным молотом. Так. Постойте-ка. Я пока нет. О, а тут как-то можно было, что ли? Да нет, тут никак нельзя, тут все закрыто. Ладно, я спущусь вниз. Я это сделаю. Я осмотрю эту лестницу, чтобы она появилась на карте. Я сохранюсь на большую сейву.
Ну и, наверное, на этом уже закончу. Да, да, вот неплохо погуляли, я считаю, в самый раз, замечательно. Прям, ух, я прям освежился и могу дальше, наверное, продолжить рассказик переводить. А потом... Ой, не, спать потом не, ты чё. День идет. Какой спать? Делать надо. Я же по профессии предприниматель. Мне нужно предпринимать какие-то действия постоянно. Иначе и все, у меня сущность потеряется. Так что на этом все. Здорово. Мне понравилась эта локация. Мне не понравилось то, что нас не пустили в город Шкип, но мне понравилось, что нас пустили сюда. Надеюсь, тебе это тоже все понравилось. И будем прощаться. До свидания.